все. Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афромангу Мукбангу. Шаверма очередная. Мне очень поджаренный лаваш. Зато удобно заваришь, за то, что я. Ну тоже, на той пятнице уже. Быстро неделя поскочила. Мне кажется, что менее поджаренный лучше заворачивать, чем тот, который поджаристый. Он сохнет, наверное. Как зажарится, сохнет. Поэтому он и ломкий получается.
Чай азербайджанский, да? Да. Вкусный. Да, вкусный шаурма. С колбасой, с сыром, с маслом. Там три сыра. Одна колбаса, одно мясо. Три сорта сыра там. Мясо Палермо, колбаса ретро, говяжья ретро, один копченый сыр плавленый, один кусочек маздама и один кусочек топленого, со вкусом топленого молока. Все? Да, и масло сливочное. Этот лаваш армянский бездрожжевой. Все. Вот эти ингредиенты. Еще делают? Вкусно. Да, конечно, вкусно. Почему нет? Сейчас будет то же самое, только с майонезом и кетчупом. Thank you.
Извиняюсь. Голос из желудка. Покачай. Пью. Сейчас налью еще. Тоже здесь дождь был, да? Нет, здесь не было. Ну, я не знаю, я, может быть, я это сама. Я не слышала, может быть. Уснула, поэтому не слышала. Был дождь днем. Не знаю. Я шла, сухо было. И... пришла, было сухо. И потом, что было, я не знаю. Я уснула, не знаю, что было. Ты сказал, пей чай, я налью еще. Да-да. Ну, а теперь... Горячий. Горячий, потому что только что скипел. Сейчас жарко будет. Да, после чая. Не совсем. Сколько сейчас градусов? Не смотрю. Нет. 20 или около всего. 20, точнее, 25, 26. Даже 5 градусов и то разница. Извиняюсь.
Это вот это. Шаверма. Это ты, потому что будет это. Сейчас ветер сильнее, чем утром. Утром был небольшой ветерок. Так с кетчупом, наверное, вкуснее. Да, потому что это по консистенции жидковатый кетчуп, это майонез, потому что я размазала колбасу. А масло сливочное надо растопить, чтобы намазать. Я так немножко размазывала, сколько размазывалась. Масло я не буду. Ну и все. Так что там особенно не размазывала. Чесночок возьми, если хочешь. Этот был паштет по-деревенски. Да, я знаю. В деревне разве такое делают? Не знаю. В Беларуси. Без понятия. Я в Беларуси не жила, поэтому я не знаю, что там делают. Я живу в России, а в Беларуси я не живу. Я сейчас просто мукбанк, что ли, без трансляции. Трансляции нет, интернет закончился. Ну, вот как. А я тебе говорила, что закончится спорт. Ты же мало заплатил, поэтому быстро заканчивается, правильно? Да. Эта-то сумма заканчивается быстро, как-то незаметно. Ну, немножко подольше. И сумма побольше. Немножко подольше, да. Да, и сумма побольше. А здесь мало было денег. Я тебя спрашивала, когда ты будешь, я не знаю, но я говорю, ну, в скором будущем.
года не пройдет, как надо будет снова оплачивать. Ну если ты будешь завтра оплачивать. Оплачивать когда будешь? Завтра? Нет? Не знаю. Как не знаю? Не, ну у нас ты... чего есть, есть чего снимать. Снимать чего снимать? Видео снимать. Нет, хорошо, это там, если ты намерен продолжать эту трансляцию, то интернет надо оплачивать. А если не намерен, то, конечно, ты не знаешь. Такой расклад. Где ты сейчас пошел? Сейчас 9:00? Да. Ну так и что? Ты хочешь сказать, что ты хочешь снимать мукбанг по часу? По времени? По времени. А сколько получится? Бывает и по часу, когда я вот рыбный ем, шаверму. Вот час проходит. Не, ну можно растянуть на час. Любой ингредиент. Не обязательно рыба. Там же кости в рыбе. Я говорю, не обязательно рыбу можно растянуть на целый час. Съесть не две шавермы, а три шавермы, например. Да. Или две шавермы, там два бутерброда еще съесть. Можно. Ну так вот. Так мы просто не пробовали, поэтому. Как это? Все по времени будет. Так сухо варит.
Чем ты запиваешь? Угу. Что? Да, что? На холод. Тебе как-то все отдельно, нет? Отдельно, это отдельно. Еще делать что-нибудь? Нет. Наелся. Вкусно было. Двадцать первое завтра уже. Не слышу. 21-е говорю. Да, завтра, да. Да. Завтра там будет завтра. Июль, у нас 31 день. 31. 31? Да. Да, 31, да. Следующая, последняя неделя и август. Наступит.
сказать, что через неделю месяц заканчивается. Да. Да? Да. Без последнего. Благодарим, что вы нас посмотрели, послушали, покушали. Были с нами. Да, были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы под видео. Не забывайте нажать на колокольчик. Чтобы не пропустить новое видео. Все, до следующего мукбанга. Если хотите, приходите сегодня в десерт. Десерт будем где-нибудь в 10 часу делать? Попозже. В 10? Да. Попозже. Получается?